Победа, трудная победа. В первом тайме не все у нас получалось из задуманного. Поэтому пропустили гол, допустили ошибку. Но опять-таки ошибается команда. Поэтому в перерыве я попросил ребят немного перестроить игру нашу. Более активно соперника встречать на их половине поля. Прессинговать в ситуациях, где соперник не контролирует мяч. Поэтому в целом это получилось. Понятно, что по счету 0-1 проигрывали после первого тайма, и нужно было все-таки не только сравнивать счет, но и вытягивать этот матч до победы, что я попросил, поэтому получилось, забили 2 гола, и в целом после того, как забили второй мяч, мы контролировали игру, не давали возможности сопернику убегать в контратаке, поэтому минимизировали какие-то опасности у своих ворот, что в целом тоже приятно, что ребята держали под контролем игру и довели ее до логического завершения уже именно непосредственно во втором тайме. Ну, конечно, если говорить в целом по игре, то хотелось бы более целостно все-таки нам действовать, но опять-таки скажу, что сопернику хотел бы тоже сказать, что команда, которая на последнем месте, и, наверное, уже ситуация по набранным очкам у них такая, где они вряд ли, как говорится, выйдут из этого положения, но, тем не менее, ребята выходят, бьются, и есть рисунок какой-то игры, поэтому где-то нам вот из-за этой ошибки, из-за которой мы пропустили гол, и было трудно в первом тайме сравнять счет и найти какие-то аргументы для того, чтобы все-таки исправить эту ситуацию. Но игра длится, как говорится, 90 с компенсированным временем, поэтому во втором тайме вот эти перестроения, вот это внесенные коррективы, команда меня услышала, и в целом, еще раз говорю, благодарен ребятам за то, что они во втором тайме проявили характер, терпение и все-таки вытащили этот матч, сравняв счет и забив победный гол. Дима Климович у нас и в Гродно играл. Единственное, что у него было небольшое недомогание, поэтому вот ему надо было какой-то период времени для того, чтобы через тренировочный процесс вернуться в определенный тонус. Поэтому в целом Дима вышел со своей позиции, хорошо сработал. Что касается Ярослава, то это та же ситуация, которая человек, который выходит на замену в первом матче со Смолевичами и довольно успешно, дает всегда повод тренеру, скажем, хорошую головную боль для того, чтобы понять, кого лучше все-таки поставить в состав, кого выпустить на замену. Сегодня получилось, Ярослав свой отрезок хорошо отработал, заработал вот этот пенальти, после которого мы реализации вернулись в игру, исполнил Саша Васильев. Ну, естественно, Саша Ануфриев, если в прошлой игре он играл у нас в составе и также забил гол, а в этой игре вышел на замену и забил победный гол. Поэтому вот эта ротация, она важна с точки зрения понимания ребят этой ситуации. То есть, если ты не попадаешь где-то в стартовый состав, это не значит, что тренер недоволен твоими действиями. Есть еще стратегия матча, где надо, может, и за счет замен выходить ребята усиливать игру, и как сегодня это произошло в лице Саши Ануфриева, вытаскивать такие матчи. Я скажу так, что касается Артема Васильева, парню 23 года, он довольно талантливый футболист. И наступает какой-то момент в карьере каждого футболиста, где, знаете, надо в себе искать вот эту мотивацию двигаться дальше. Одно дело, если бы сегодня Артему было там 18-19 лет, да, и он находился в нашей команде, будучи футболистом обоймы и футболистом, который способен прогрессировать, выходить на замену, там, играть в составе по ситуации, да, как сегодня, например, тот же Семен Пинчук или Максим Луцкий, это те ребята, которые сегодня уже в главной команде и которые ждут своего шанса, будут соответствовать, будут, естественно, получать игровое время. Что касается Артема, то вы поймите, 23 года – это уже тот возраст, когда надо быть, ну, целостным футболистом, то есть представлять что-то из себя. Тем более, еще раз повторюсь, футболист не без таланта, то есть он талантливый футболист. Поэтому я Артему сказал: Артем, тебе для того, чтобы заявить о себе, по крайней мере в нашем чемпионате, в нашем футболе белорусском, тебе надо, может быть, сменить обстановку и надо найти мотивацию внутри себя прежде всего. Поэтому, Артем, я тебе желаю, чтобы ты, условно говоря, в команде, в которой ты окажешься, проявил себя, вышел на ведущие роли и доказал себе прежде всего, что ты футболист, который обладаешь талантом. Поэтому изменение жизненной ситуации профессиональной в жизни каждого футболиста – это определенный толчок. И здесь не должно никаких быть обид. То, что условно пришел Вадим Викторович Скрипченко, и Васильев в какой-то степени, ну, не рассчитывает он на него, правильно? Поэтому здесь пускай это будет определенным толчком. Может, Артем Васильев себя проявит таким образом в другой команде, что мы на него посмотрим другими глазами и вернем своего воспитанника в футбольный клуб «Минск» в дальнейшем. Я буду очень рад, если так произойдет. О нашей игре могу сказать, что у нас есть прогресс. Ребята сегодня очень старались.
Я считаю, что первый тайм мы играли лучше, чем соперника. Во втором тайме нас оказали давление. Я не могу сказать, что это давление было супер-пупер организованное. Просто мы испугались того, что на нас побежали люди, и мы начали упрощать игру. Пока мы играли в футбол, у нас все получалось. Как перестали играть, сами себя загнали в ловушку, сели еще ниже, хотя мы этого не требовали. И в итоге мы логично начали допускать очень много моментов у наших ворот, и соперник довел дело до победы. Второй тайм, я считаю, что мы не заслуживали положительного результата по второму тайму, по первому так сказать не могу. Ложкина травма, приводящая мышца, не знаю, восстановится он к следующему матчу или нет, но с «Динамо» он играть не может, это уже факт, а дальше будем смотреть, как будет восстанавливаться. Ну, вроде ничего серьезного, но по мячу ударить он не может, у него болевые ощущения из-за этого.